Супружеские пары, прожившие в любви и согласии половину столетия, всегда вызывают восхищение и уважение. Семья Житиневых зарегистрировала свой брак ровно 50 лет назад, и с тех пор Юрий Михайлович и Зинаида Петровна живут в любви, согласии, верности и взаимопонимании. В нашем городе существует приятная традиция чествовать супругов, которые прожили вместе 40, 45, 50 и более лет. В отделе записи актов гражданского состояния в минувшую субботу свой золотой юбилей отметили Юрий Михайлович и Зинаида Петровна Житиневы. Поздравить юбиляров пришли близкие родственники, коллеги по работе, а также первый заместитель главы города Рассказово Александр Таранков. Я знаю, конечно, Зинаиду Петровну, Юрия Михайловича по своей практической работе здесь и в администрации города, и в горосполкоме уже много лет. Зинаида Петровна работала здесь начальником финансового отдела, потом начальником финансового управления, действительно решал очень большие вопросы жизнеобеспечения нашего города. Юрий Михайлович, я думаю, что очень много здесь в городе зданий, которые благодаря его, так сказать, стараниям, его энергии, до сих пор еще, как говорится, в хорошем состоянии и могут использоваться нашими жителями. Я желаю вам, Юрий Петров, чтобы вы оставались и дальше такой же оптимисткой, потому что вы активно ведете образ жизни, здоровый образ жизни. Еще чтобы мы с вами встретились уже на следующем юбилее. В зале регистрации, где проходило чествование, царила атмосфера любви и уюта. Гости один за другим говорили юбилярам теплые слова, желали всего самого наилучшего, а также вспоминали о былых временах. Юрий Михайлович познакомился с Зинаидой Петровной в 1967 году в Воронежском институте. За 50 лет совместной жизни семейная пара прошла через многое, но из любой ситуации находили правильный выход. Взаимопонимание, любовь и уважение друг к другу помогли пройти супружеский путь длиной в полвека. В настоящий момент супруги имеют двух дочерей, внучку и ждут наконец-таки правнуков. Работали вместе строителями. Много были построены. Сперва я строил СМУ-6, жилые дома, очистные сооружения в Рассказове. А затем меня пригласили работать в прорабский участок начальником, где я работал почти 30 лет. Беспрерывно. Жили вместе. Никаких у нас проблем таких больших не было. Все было, радости вместе, на природе, когда можно было. Вот. Поэтому у нас все сложилось. А теперь уже 50 лет прошли, как говорится. После свадебного танца и поздравлений супруги поставили символические росписи в золотой книге юбиляров и скрепили свой юбилей поцелуем. Подобные мероприятия, которые устраивает отдел ЗАГС, радуют юбиляров и позволяют всем близким людям встретиться в одном месте и вспомнить самые приятные моменты. И это мероприятие показывает, что все-таки мы, создав семью, прожили вместе 50 лет. И наша дальнейшая, которая работа была, она тоже связана была с нашим тоже временем. Поэтому очень довольна тем, что все бывшие, которые сотрудники, что могли, кто мог прийти, они все пришли и все нас поздравили. Супружеская пара Житиневых перевернула золотую страницу своей жизни с любовью и верностью. Золотые юбиляры были и остаются надежной опорой друг для друга. Это и есть пример нынешним молодым людям, вступающим в брак. Владимир Иванов, Михаил Брыксин, новости ТВ Рассказово.